Всем привет, дорогие зрители YouTube, вы на канале Victoria Art Game, и мы продолжаем играть Dragon Age 2. Нам нужно поговорить с нашим братом. Твоя позиция отвратительная. Мы took a big step with this. Мы сделали большой шаг вперед. Right. Ну хорошо. Right. Мы славные Амеллы. Наш благородный род восходит к Третьему Мору. Мама к этой жизни и возвращаться не хотела, пока нас сюда не забросила. Ты ведешь себя как придурок. Твоя ненависть ко всему, что я делаю, утратила привлекательность былую. Когда? Когда я хожу за тобой по пятам? Когда я забочусь о маме? Кроме того, мы оба знаем, что бывает, когда отказываешься от... выполнять, короче, просьбы старшего брата. На тебя смотреть смех один. Неинтересно. Да, мы с ним и так отношения уже испортили. Бедненький. Не делай из меня посмешище. Я чувствую, не знаю. Я как мама. Она срывалась на нас, когда была напугана. Для меня нет места в жизни, которое она пытается вернуть. Я всегда буду рядом, только позови. Мне нужно найти свое место. Выбрав реплику героя, мы, конечно, не собирались ставить себя выше нашего младшего брата. Просто этот обидный разговор затеял, и Хоук в грубой форме над ним так постебался, конечно. Если с ним помиримся... обязательно. Нужно было ему сказать, чтобы он понял, что мы его не заставляем ходить за нами по пятам, выполнять наши просьбы, как он считает, приказами. Он напуган, поэтому постоянно включает защитную реакцию при разговоре с нами. Вообще он не любит обсуждать его обидчивый характер. Его это еще больше раздражает. И, как видите, очередной конфликт между братьями случился. Так как нужно все выгрузить. Будем брать, когда будет необходимость. А так пока пусть лежит в хранилище. Много одежды мы надеть не можем, нам нужно еще прокачивать силу, выносливость, так что... одежда Алденона. Доспех сэра Айзека, так это мы все перетащим. Что мы можем выбрать для Хоука? Я в ближайшее время планирую записывать прохождение на Borderlands. Вот только вот нужно освободить компьютер, выгрузить на YouTube видео, которые у меня здесь хранятся, чтобы было побольше памяти. Нельзя же просто это просто так удалить и переключиться сразу на новые игры. Те, которые вы так хотите увидеть.
в моем исполнении с моими комментариями. Так что это все будет происходить постепенно, не сразу. Бросать то, что я уже начала, не собираюсь. Просто все это будет плавно и поочередно. Серия за серией буду выкладывать те игры, которые сейчас у меня в плейлистах. Поговорим с нашим дядей и с мамой. Когда я сказала твоей бабушке, что ухожу за твоего отца, она пригрозила мне. Она сказала, что я нарожаю ублюдков. Я написала ей, когда у меня рождались дети. Она ни разу не ответила. Я рада, что она умерла без ненависти ко мне. Имение твое. Почему же мы здесь? Формально дом теперь принадлежит наместнику, поскольку владелец умер. Но если наместник признает наши права, мы сможем вернуть себе не только дом, но и имя. Ну и стерва была твоя мать. Так твоя мать не питала к тебе ненависти. Но бабушка этого не стоит. Твоя мама умерла, тут ничего не поделаешь. Когда я была маленькой, твоя бабушка была знатной, красивой, не по годам. Все мои друзья завидовали, что у меня такая мама. Может быть, сначала ей было трудновато привыкнуть, но она полюбила бы вас, всех троих. О, Беттани, она была чудесной девочкой. Никогда не плакала, просто смотрела своими глазищами. Мне ее тоже не хватает. Она слишком рано покинула нас. Я все время думаю, что мы могли как-нибудь избежать этого. Это убивает меня. Все вспоминаю, как это чудовище. 18 лет растила, любила, и вот... Мы ничего не могли поделать. Не вини себя. Порождение тьмы сгодились бы... Порождением тьмы сгодилась бы любая добыча. Мне страшно вспоминать. Я написала наместнику. Он назначил мне аудиенцию. Я ничего не смогла сделать для Беттани. Может быть, хотя бы получится вернуть свой дом. Такая вот трогательная сцена о воспоминаниях о погибшей сестре. И Гамлин своим ворчанием все испортил. Я уже говорил, что его тоже можно понять, только... Все же, если у него... У него была зависть, и из-за этого он мне стал рассказывать о завещании сестре. They showed her off at every opportunity. The beauty, the scholar, the light of their lives. As far as they were concerned, they should have stopped there. Дурацкое понятие «любимчики», не понимаю, как можно одного ребенка любить больше. Но такое частенько случается. А вот как брат он поступил подло, несмотря на то, что родители любили больше его сестру. I tried to invest it. I got some good tips on trade in Canary cheeses. And, you know... A man's got needs. I'm not denying I spent more on myself than I should have, but I figured. Мать Хоуков очень честная женщина, она бы с ним разделила все поровну. Она бы не стала жмотничать, что зря он обманул и поступил так со своей родней. Ты думаешь, что все получится, а все ошибаются. Значит, лучший способ заставить отца полюбить тебя – это украсть его деньги. Я менял им грязные простыни, утирал им подбородки,
И все, что я слышал, когда они умирали, от Леандра. По крайней мере, мне достались деньги. Если у него какая обида на сестру. Не думаю, что сестра делала это нарочно. Это уже вина родителей, так что нужно было на них злиться, а не на сестру. Давайте отправимся. Нужно выполнить какое-нибудь задание, хватит уже торчать здесь дома. У нас тут есть в нижнем городе какие-то задания. Так, в верхний город давайте отправимся. В крепость наместника можно заглянуть. Или в каземат, например. Сейчас посмотрим. Фенриса с нами нет, так что мы не услышим его ворчания, потому что он постоянно будет недоволен магами, если мы будем его брать сюда с собой. Поэтому, если не хотите с ним портить отношения, не берите его просто. Именно в казематы. Что даже если вы будете с ним друзьями, обязательно он какую-нибудь негативную реплику отмочит. Нам еще предстоит только с ним встретиться. Это задание «Бесплатный сыр». Почему рыцарь Коммодор не позволяет нам продавать все, что мы можем? Столько ограничений. Но этого мы не знаем. Почему? Лириум, наверное, нельзя продавать. Или какой-то ограниченный тираж. Я уж не знаю. У нее бзик на тех, на магах. Она их под контролем держит в ежовых рукавицах. И здесь условия у них намного суровее, чем в других башнях круга магов. А уж к концу игры она вообще сдвинется, когда у нее будет меч из красного лириума. Что этой женщины уже не все дома. Так, защита от молнии. Руны защиты от молний. Это у нас руны есть. И чертеж для рун. Нам нужно накопить будет денег и вернуться сюда. Купить. Ужасная мантия. Зря потратили деньги. Продадим за бронзовую, а если захотите купить, там уже будет несколько десятков золотых стоит такой костюмчик. Из дополнительного контента. Что-то мы тут заблудились. А вот у нас тут есть Тобриус. Опять магия. Вы тут болтаете. А я хочу переспрашивать стражников насчет их боевой подготовки. Какое знакомое лицо? Меня зовут Тобриус, а вы Хоук, и тот человек тоже. Я помню вашего отца. Малкольм был хорошим человеком. Я
Я нашел посланное вами письмо. Узнать. А я... А, о том храмовнике. Ваш отец не мог написать ему самому, иначе бы ордену все было известно. А храмовника, который выпустил вашего отца из Киркула, нельзя служить закону, засадив под арест лучших из нас. Говорил он, мудрый был человек. Удивительно. От храмовника такое трудно было ожидать. Было время, когда уставы ордена могли толковаться сообразно ситуации. Такая вот дружба. Немного осталось людей, подобных вашему отцу. Еще меньше таких, как тот храмовник. Покойся с миром. Выполнили задание такое небольшое. Хоук нашел письмо отца. Там было написано, что отца из каземат, из... Круга магов выпустил храмовник. Его звали Карвер. И Карвера назвали в честь этого храмовника. Об этом нам нужно с ним поговорить дома, поэтому туда и отправимся. Такой вот честный храмовник попался. Он считал, что нельзя всех сажать под замок только потому, что они маги. Как я уже говорила, зло не в магии, зло в сердцах людей. Поэтому этот храмовник тоже так считал. И увидел, что Малкольм, отец Хоука, хороший был человек. Он решил ему помочь и выпустил его из так называемой тюрьмы магов. Вот это был, видимо, друг тоже отца. Искатель истины. Сэр Уитмар, когда я говорил о силах, более могущественных, чем храмовники, я имел в виду не церковь, не всякого сомнения, она руководит храмовниками. Но так было не всегда. Когда-то инквизиция преследовала еретиков и сектантов, так же, как и магов, и царство их террора окончилось только с появлением круга магов. Это было взаимовыгодным решением, но мало кому известно, что церковь создала еще один орден уже для надзора за храмовниками. Он называется «Искатель истины». Я сама знаю о них немного, но с уверенностью могу сказать следующее. Они служат верховной жрице, и их боятся. Смотрите, тут написано про инквизицию, которую мы будем играть в третьей части Dragon Age. Две серии у меня уже выложены на канале, так что заходите и смотрите. Там я создавала женщину Кунари. Очень грозную и суровую. Ссылки я оставлю в описании. Если захотите, то можете перейти и посмотреть. Также заходите на Google+. Там я выкладываю саундтреки наших любимых игр. Вот и помимо этого, если удобнее вам, то можете там смотреть мои видео прохождения. Так, смерть храмовника. Сухая пыльная земля жадно поглощает падающие на нее соленые капли. Какое-то крошечное насекомое замирает, прислушиваясь к вибрациям. И стремглав уносится прочь. Живая уйти среди вещей, слишком легко не понять истинного значения бесконтрольной ненависти. Не понять силу борьбы против чистой... А сверху доносится звук металла.
Какая-то поэма о храмовнике. Кайвер сильно удивится, когда узнает, в честь кого его назвали. Так нам нужно отправиться домой и рассказать ему об этом. Очень интересно посмотреть на его реакцию. Хоть чем-то можно его обрадовать, и заодно мы с ним можем помириться. Потому что последний наш с ним разговор был не самый приятный. И старший брат с ним был очень груб. Может быть, он и перегнул палку. Раз есть возможность это исправить. Я что, тебе слуга? Тебе письмо еще одно пришло. Его раздражает, что Хоуку письма приходит больше, чем владелицу этого дома, этой хибары. У меня есть для тебя задание. Торговец, у которого я беру товары, сказал мне, что на него в шахте костяная яма, кто-то нападает на рабочих. Так, это мы должны тоже в верхний город отправиться и поговорить с этим торговцем. Я знаю, что мы расстались не лучшим образом. Ты был прав, я пыталась выжить. Из тебя больше работы. Если ты снова ищешь работу, вот Атенриль, контрабандистка, на которой мы работали в самом начале игры, она нам предлагает еще сотрудничать с ней, если нам не хватает денег или мы ищем работу. Она с радостью с нами поделится вознаграждением за ту работу, которую она хочет предложить. Вот у меня кое-что есть для тебя. С чего бы это? Предложение перемирия. В прошлый раз мы немного повздорили. Возьми, делай с этим, что хочешь. Отцовские, они точно не для тебя. Небось, иной маг мог бы извлечь из них гораздо больше пользы. Прошу вас принять это в знак благодарности за услугу, которую нет возможности признать официально. Заверяю вас в вечном уважении. Спасибо вам, совесть ордена, сэр Моревар Карвер. Карвер? Храмовник, который позволил отцу уехать из Кирквелла. Твой тезка, храмовник? Разве нам хоть раз попадался храмовник, который не был грандиозным формалистом? Должно быть, отец счел, что он достоин благодарности. Человек, который не отнял у него будущее, имя которого всегда будет значить разумное выполнение обязанностей. Кажется, он думал. Я не знаю, что сказать, разве что спасибо. Вот и поговорили. Карвер обрадовался, что его назвали в честь не просто храмовника, а в честь храмовника, который освободил ихнего отца, который разборчиво относился к своей работе. Они всех поголовно сажал только из-за того, что они маги. Вот бы и служители полиции так бы думали, честно выполняя свой долг. Слышал, у тебя какая-то беда в костяной яме. Ох, неужели кто-то предложил помощь? Выглядишь ты очень опытным, но думаю, подойдешь. Не очень опытным. Работа встала. Уйма рабочих пропала в шахте. Кто не пропал, тот разбежался. По делам мне фролденсов нанимать. Кого я туда только не отправлял, вести нет. Может, они просто сбежали? Первая твоя ошибка — название шахты «Костяная яма». Так местные ее назвали
говорят, что она проклята, а потому и нанял фаролденцев. Они, может, и туповаты, зато не суеверные. Эй, ты говоришь о моих земляках? Но я, конечно, не тебя имел в виду. А мои рабочие совсем отчаянные ребята. Они рады, что я даю им работу в Кирквилле. Беженцев не очень-то жалуют. Наверняка у рабочих были причины для ухода. Хотел бы я их знать. Никто так и не объявился. Никто меня не воспринимает всерьез. Костяная яма должна быть опасное место, раз люди рискуют. Ничего подобного. Просто не надо пустые россказни слушать. Говоришь, среди рабочих есть фаролденцы? Ну, конечно, кто бы еще на это пошел? Да все они фаролденцы. Дурной народ сказать по правде. Сколько заплатишь? Хорошо заплачу. А сколько именно зависит от опасности, которой ты подвергнешься. То есть, если мы будем мертвы, нам ничего не заплатят. Скоро туда наведаюсь. Надо было с него аванс взять за такую опасную работу. Нормально, значит, он оскорбляет фаролденцев и нанимает на работу фаролденца. Обосрал по полной его народ. Ну, а потом решил немножко польстить и смягчить ситуацию, иначе бы мы просто не захотели работать на него. Он сказал, что он хорошие деньги платит, а нам нужно копить на экспедицию. Немножко переступили через свою гордость и решили все-таки разузнать. Главное не погибнуть, чтобы Хоук не остался без зарплаты. Ладно, если что, кто-то из напарников передаст деньги в семью. Это уж я так мысленно завершаю предположительное развитие ситуации. Так вот, мы пришли сюда, Костяная яма называется это место. Такое вот жуткое. У него очень много легенд и россказней. Должно быть, рабочие Хьюберта шли сюда от безысходности, да, Варик прав. Если человек не может постоять за себя или защитить как-то, он не предпринял вообще никаких мер предосторожности. Не хотел он тратиться на охрану. И не принял всерьез россказни о том, почему это место так жутко назвали. Какой-то известный гном по имени Орентал. Нам нужно в порт наведаться и отдать там какие-то вещи. Гнездо рабства и нищеты. А тут помимо нас, тут еще какие-то бандиты, контрабандисты лагерь разбили. Вот давайте поможем им отдохнуть как следует. Надо их разогнать и собрать все, что они тут оставили после себя. Наверняка там много всяких припасов. Видимо, сегодня не их день. Они-то как раз-таки думают наоборот. Они думают, что есть чем поживиться, вот легкая добыча, но хорошо, что все-таки не каждый второй узнает Хоука в лицо. Видимо, до сюда его известность еще не дошла.
Мне кажется, в старину не было привычки придумывать небылицы какие-то. Слово «фантастика» для них было чуждо. И уж одна вторая из рассказов обычно была правдой. Все, что они видели, они записывали в книге. Это уже сейчас мифы и легенды. Это уже для нас это мифы и легенды. Все, что они видели, то и говорили. Может быть, и не верили, но чаще оказывалось это правдой. Люди слишком суеверны, и многие рассказы не воспринимают всерьез. А в этой игре для них это оказалось очень опасно. Опасно для жизни. Не то слово. Конечно, об этом должен был позаботиться тот, кто... Тот, кто нанимал работников в эту шахту. Но он поскупился и не хотел лишние деньги тратить, как я уже говорила. Для того, чтобы разведать обстановку и... Жизнь для рабочих была более безопасной. Тем более он еще нанимал на работу фрилдэнсов, а к ним они относятся еще хуже, чем к своим землякам. Раза в два, в три. Если бы это были еще люди из Кирквелла, может, он еще и потратился. А так решил, что если люди пропадут в этой шахте, никто не хватится их. Нужно было еще ткнуть пальцем в этого купца за такое отношение к человеческим жизням. Они не рабы, они работают за зарплату, и никто их просто не берет на другую работу, поэтому им приходится работать в шахте на такой опасной работе. Короче, жуткая история написана, как... А в древние времена, по-моему, дракон, что ли, делали жертвоприношения. И это все происходило так, что на одного раба сбрасывали другого раба, потом третьего раба, и у них все ломалось, это было жуткое зрелище. Все это для того, чтобы повысить производительность рабочих. Как видите, у них получилось. И здесь не обошлось о рассказе о жертвоприношении во имя драконов. Не слишком ли зачастили таких историй-то? Таких историй много на древних стенах инков и в древнем Египте. Таких чудовищных рассказов. Вообще какой-то бог может просить создание, которое он вроде как сам создал, приносить и убивать во имя свое в жертву. Бог бы так думал, если бы он существовал. Это, если не быть суеверными, скорее всего, какая-то нечисть, которая хочет, чтобы его считали богом. Ни один бог не скажет, что он бог для... существ, которых он создал. Он считает себя равным им. Поэтому я считаю, что все эти верования древние — это полный абсурд. И свое мнение я высказала в ролике к фильму «Апокалипсис» Мела Гибсона. Можете посмотреть, я оставлю ссылку в описании. А здесь нас встречают драконы.
Маленькие драконы — это еще не так сложно. Вот то, что их защищает дракон побольше, конечно, размеров таких гигантских, как здесь еще можем встретить. Но все равно у него очень большая жизнь. Нас просто окружили. Очень сложно сосредоточиться. У него есть дурацкое умение оглушить. Либо он как-то подтаскивает или оттаскивает, отбрасывает нас. Мы становимся обездвижены. Очень уж любят Варика и Хоука. Они у нас на расстоянии могут сражаться. Поэтому обычно боссы или сильные противники в первую очередь стараются расправиться с магом, либо тот, кто сильнее из наших напарников. Да, то в ближнем бою нам нужно стараться сохранить им жизнь, они как раз как отвлекающие маневры. Потому что если они погибнут, все внимание переключится на нашего Хоука. У него есть умение исцелять. Это для того случая, если у нас закончатся припарки. А на безумие это просто катастрофически необходимо. Поэтому я еще прокачала умение вытягивать из жизни мертвецов на какое-то время. Вот. Потом, когда у нас в компании появится целитель Андерс, будет полегче. Наверное, мы его всегда будем брать с собой. Только одного напарника будем чередовать. По навыкам мне почему-то и Мэрил тоже нравилась, ее способности мага крови. Ну а так, из воинов я бы предпочла Карвера все-таки. Фенрис как-то не айс. Конечно, если его прокачать. Может, как персонаж он самый интересный, но в бой я его с собой брать не любила. А уж Себастьян у меня постоянно на скамейке запасных сидел. Только когда мы задание на лояльность выполняли, я его брала с собой. А, Изабелла. Как же я могла про нее забыть? Изабеллу, да. Я брала часто. А, мне нравятся ее навыки разбойника. Вообще люблю, когда с двумя кинжалами сражаемся. А в первой части мой серый страж. Разбойник. И вот в Dragon Age Inquisition я тоже выбрала способность сражаться с двумя кинжалами нашей женщине Кунари. Хотя, наверное, ей по размерчику лучше бы нужно было выбрать два гигантских меча. А то еще перевесят. Так, нам бы успеть добить дракона. А он бегает от Варика к Хоуку. Вот я специально их разбила по территории, чтобы вот у нас было время восстанавливать силы, наши навыки. Варик, держись. Хорошая способность, мы можем оглушить его на какое-то время. У нас есть преимущество. Тут еще откуда-то маленький дракон вылез. Блин, он нас тоже оглушил. Давай же, убивайся. Не хочется переигрывать. Так, нам нужно собирать. Так, нет, золото. Я думаю, может, деле здоровья. Нет, нам не подфартило. Похоже, мы проиграли, дорогие мои. Либо мы сейчас устроим забег от дракона. Сейчас будем бегать от него. Но очень долго, по ходу дела. Не хочется мне погибать, так Гуч. О, господи, Гуч, ты из первой части Гуч. Как я его назвала-то? Я не помню, Генри, по-моему. Так, отвлекай, о чем за нами-то плетется? Ну-ка. Мабари Фас.
пока он там занимается убийством нашего верного друга, как это не жестоко звучит, мы сейчас как раз можем довести дело до конца. Недыщущего дракона убиваем с помощью магии огня. Смешно, да? А вот все равно он такой уж и неуязвимый к огню. Сейчас мы тебя добьем. Продержимся еще пару минут-то, дракоша. Как курица. Да, дракон как курица с яйцом за нами бегает. Тин-тин-тин-тин. Не может оставить нас в покое. Отвали. Помирай уже. Последний заход. Последний штрих. В этом долгом сражении. А вы представляете, у этих шахтеров ни единого шанса не было выжить. Если только они не смогли спрятаться. Мне кажется, у драконов у них такой нюх. Хлеще, чем у собаки. Либо они как-то вибрациям, не знаю, как-то чувствуют по-другому свою цель, они же хищники. Могут улавливать, наверное, тонкие какие-то звуки, как акулы или дельфины. По-любому у них есть какая-то способность такая. Ну почему драконы всегда такие злобные? Неплохо было бы, если бы у нас был напарник вместо Мабари дракон, да? Вот это была бы игра. Ну, давайте уже, убивайтесь. Остался малыш. Видите, какой милый малыш. Ты только что пытался нас убить. Ну, все. Я не дамся. Столько бились и погибнуть из-за какого-то малыша. Вот новый заход, мы сохранились. Оставшиеся зелья как раз приберегли для этой партии. Ну что ж, передохнули и давайте сражаться. Что столько нервов потратил на предыдущий бой. Я думаю, этот будет не легче. Что не зря это место прозвали костяной ямой. И вообще зелья здоровья у нас нет. А вот и нам еще встретились зубастики. Сейчас постараемся с горем пополам пройти все-таки эту костяную яму. Возвращаться больно долго. На крайняк у нас есть Хоук, он может восстанавливаться через какое-то время, исцелять нас и наших напарников. Yeah.
Так, мы расправились с очередной партией драконов. Давайте сохранимся. Вот у нас запись о глубинном грибе появилась в кодексе. Тоже для припарок, для каких-то зельев нам пригодится. Нужно только найти рецепт, подходящий с этим ингредиентом. Постой, что случилось? Расскажу, что смогу. Только ты уж говори потише, тут рядом еще дракон. Откуда взялись драконы? Мы тут новый проход копали, стенка обвалилась. Я тут драконы поперли. Я шедурел от страха и бежал, как будто задница горела. Хотя почти так и было. Только я не туда бежал. Бедняга. Кто-то еще смог спастись? Несколько товарищей наверх побежали. Надеюсь, добежали. Ну что, беги, спасайся. Можешь идти. Тебе нужно отсюда уходить. Уж мне два раза повторять не надо. Тебе тоже надо уходить, только не туда. Там огромный дракон. Еще драконы гораздо больше. Да, здесь очень опасно для рабочих. Ну, а с драконом мы будем сражаться в следующей серии. Я думаю, здесь недалеко, раз мы встретили этого шахтера. Ну, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Заходите на Google+. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!